Здравствуйте. Снимать квартиру в Перми стало дешевле. В январе средняя стоимость аренды жилой недвижимости снизилась почти на 7% или 1530 рублей. Такие данные приводит аналитический центр «Медиана». Однокомнатные квартиры в этом месяце предлагают в среднем за 16 тысяч рублей. Дороже всего обойдется квартира в Ленинском свыше 21 тысячи. Самое дешевое предложение в Орджоникидзевском – 11 520. Двухкомнатное жилье в среднем стоит 22 тысячи рублей. В Орджоникидзевском можно найти почти в два раза дешевле, в Ленинском – тысяч на 5 дороже от этой суммы. При этом больше всего квартир предлагают в Свердловском районе, меньше всего в Кировском. Самым дорогим предложением на рынке аренды в январе стала трехкомнатная элитная квартира по улице Революции. За нее просили 80 тысяч рублей. В России продолжает расти спрос на микрокредитование, по данным Национального бюро кредитных историй. В январе этого года россияне взяли в фирмах, работающих по типу «деньги быстро, легко, без паспорта, но под огромный процент, свыше 155 тысяч кредитов». Это на 20% больше, чем в январе 2014-го. По данным экспертов рынка, на которых ссылается российская газета, в нашей стране больше всего микрофинансовых организаций в мире – больше 4 тысяч. Однако, по мнению аналитиков, в этом году число фирм может сократиться в два раза, так как в 2015 году рынок ожидает консолидации и усиления контроля. В Перми, по данным разных источников, работают от 37 до 52 подобных компаний. В 2014 году Западноуральский банк Сбербанка России выдал малому бизнесу 536 банковских гарантий на сумму более 570 миллионов рублей. Сбербанк России предоставляет банковскую гарантию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с выручкой до 400 миллионов рублей в год, которые ведут хозяйственную деятельность не менее 6 месяцев. Минимальная сумма гарантии – 50 тысяч, максимальная – ограничена финансовым состоянием заемщика. Срок – до 36 месяцев. Для участия в государственном и муниципальных аукционах Сбербанк готов выдать предпринимателям гарантии на льготных условиях и оказать максимальную поддержку на весь период участия в закупочных процедурах. Россиян могут оставить без мелких купюр в банкоматах. С апреля 2015 года банки планируют загружать в банкоматы только крупные купюры. Об этом пишут «Известия». Банки придумали такие нововведения, чтобы не потерять заработок с чужих клиентов. С апреля платежная система MasterCard меняет размер комиссии за снятие наличных в банкомате не своего банка. Если раньше сумма была фиксированная – 40-50 рублей, то с весны это будет 0,5% от снятой суммы. Следовательно, чем больше сумма, тем больше комиссия. Союз защиты прав потребителей финансовых услуг обратился в Центробанк с письмом. Он просит не разрешать банков так поступать с россиянами. Ведь пострадают не только чужие, но и свои клиенты. Будет невозможно снять в банкомате 100, 300 или даже 500 рублей. На рынке сегодня наблюдается укрепление курса рубля. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на 17 февраля 62 рубля 66 копеек. Падение на 2 рубля 42 копейки. Курс евро 71 рубль 54 копейки. Меньше на 2 рубля 82 копейки. На этом у меня все и удачи в делах.